Я всегда в МФЦ прихожу. Записалась по телефону и пришла в назначенное время. Свой очередной визит в МФЦ Надежда Ходосевич планировала заранее. Захотела оформить материнский капитал. Механизм сработал четко. Ни задержек, ни ожидания. Как сумели наладить работу? На месте показывают членам забайкальского правительства. Гости из Сибири в Тульскую область приехали, чтобы перенять успешный опыт, в том числе по оказанию дополнительных услуг. Например, тульские МФЦ успешно работают с мигрантами, предоставляют платные услуги, оформление юридических сделок. Доход от этой деятельности поступает в бюджет региона. Для нас принципиально интересно было еще и получить опыт такого, может быть, не совсем свойственного МФЦ направления, как дополнительные услуги. И вот здесь тульский опыт еще более чем интересен, это как раз работа с миграционной службой, с Министерством внутренних дел в части работы по выдаче патентов. Для нас очень интересно, потому что у нас есть тоже определенный поток мигрантов, которые приезжают работать в наш регион, но мы на текущий момент еще не сформировали подобного рода отношения, не выстроили их. В этом году федеральный проект по созданию многофункциональных центров отмечает свое десятилетие. Тульская область присоединилась к нему одной из первых в 2007 году. Тогда отделения появились сначала в районах, сейчас по всему региону их 34. Свои услуги через сеть центров предоставляют 19 органов власти – налога, УФМС, Пенсионный фонд, МВД, ЗАГС. Регулярно этот перечень дополняют и упрощают. Так, с этого года заказать охотничий билет можно через сайт госуслуг. Будет достаточно одного визита в МФЦ, чтобы получить готовый документ на руки. Основная цель у нас, чтобы гражданин, приходя в МФЦ, получал полный комплект возможностей документов, чтобы ему не нужно было идти, там, например, к нотариусу, либо еще куда-то. Это, например, договор в простой письменной форме при оформлении прав на сделки с недвижимостью. Если для бизнеса, мы говорим, то это вопрос получения электронной цифровой подписи сразу. Не только работа МФЦ. Детали дальнейшего сотрудничества области и Забайкалья обсуждают главы регионов. Алексей Дюмин и Наталья Жданова встречаются не первый раз. Между субъектами уже налажено сотрудничество. Практически параллельно в регионах разрабатывали планы социально-экономического развития. Мы с вами готовы сотрудничать по всем направлениям, которые вас интересуют. Хочу вас заверить, что Тульская область для вас это партнер надежный, и мы рады вас приветствовать. Мы не сомневаемся, очень верим в то, что вот, так сказать, начнем такие хорошие отношения, которые действительно повлияют на и нашу дружбу и товарищество, а самое главное на развитие, ну, в данном случае нашего региона, Забайкальского края, потому что мы заинтересованы вот, и приехали к вам за этим опытом. В ближайшие дни участники делегации встретятся с представителями экономического и социального блоков тульского правительства. Официальное соглашение о сотрудничестве главы субъектов планируют подписать на сочинском форуме в феврале следующего года. Галина Гуркина, Роман Тюкин, Первый Тульский.